Эти спички — коварное дело, много зла происходит от них. Показалось, она прогорела, отшвырнул, и, конечно же, пых! И с надрывными воплями надо выбираться наружу скорей, и на улице ржет до упада над тобой некурящий еврей. Значит, снова сгорело жилище, и супруга сгорела опять. И, казалось бы, тускло и нище суждено тебе жизнь доживать. Но не следует с этим мириться, есть оазисы в этой степи. В клуб для женщин, которым за 30, зимним вечером снова вступи. Пусть сияют во взоре виденья, дорогие для женщин любых. Пусть вибрируют все наслажденья на подушечках пальцев твоих. И придешь ты в себя не в ночлежке, а в квартире у пышной вдовы, с удивлением вспомнив, как в спешке с дикой страстью амурились вы, предвкушая повторную стычку, так приятно с улыбкой курнуть и почти догоревшую спичку элегантным щелчком отшвырнуть.